В Уральске благоустраивают 51 двор. Проектом предусмотрены устройство подъездных путей, укладка асфальтобетонного покрытия, установка лавок и урн, а также детских и спортивных площадок. Какие дворовые территории получили новый облик в нашем следующем материале? Это двор дома номер 51 по проспекту Абая. Здесь работы по благоустройству близятся к завершению. Отремонтированы подъездные пути и установлены бордюры. Модернизация коснулась и дома номер 7 по улице Молдогуловой. Здесь ремонтные работы при домовой территории только начались. Уложен новый асфальт, готовится место под установку детской игровой площадки, чему очень рады жильцы дома. В прошлом году ждали, у нас вообще же здесь не было ничего, там один турник только был. Такой большой и чуть-чуть, и два маленьких. Там, ну, на них таким маленьким деткам вообще невозможно играть было. Вот, а так мы, конечно, ждем все. Нам очень нужна площадка. Много детей здесь? Много. Маленьких много детей, да. Маленьких много. А из соседних дворов тоже. Наши вот ходили, у них более-менее там вот в соседнем дворе. Там горка есть, турники есть. Наши все туда ходят играть. А теперь вот если сделают нам, мы будем здесь. Ну, я думаю, это очень даже хорошо. Вчера вот нам асфальт положили. Я так думаю, что у нас будет все хорошо, красиво будет. В целом в этом году запланировано благоустройство 51 двора. На эти цели выделено 650 миллионов тенге. Так, в поселке Зачаганск новый облик получили две дворовые территории. А в 20 дворах Уральска установлены новые игровые и спортивные площадки. В текущем году по городу отделом ЖКХ благоустроится 29 дворов. У нас эти 29 дворов были разделены на 4 лота. То есть установка МАФов, установка спортивных площадок, установка освещения, а также асфальтирование данных дворов. Эти работы были начаты в июле месяце. Планируем до конца ноября месяца все эти работы закончить, но установку спортплощадок мы закончим на следующий, планируем закончить на следующий год, потому что полностью финансирования у нас не было по этому лоту. Необходимо отметить, что жители города уже в ноябре текущего года смогут подать заявки на благоустройство своего двора онлайн на сайте uralsk.smartmap.kz. Альбина Кумаргалиева, Тарас Кажимов, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.